Ау. От винта. Красава. Момент. Мы что-то прибали. Что-то отвалилось? Да. Четырехсотый москвич. Сковородку потеряли. Тогда он был еще МЗМА, да? Да. И это драйв, блин. А так вот все родное, да? Ну, кроме движка. А движок какой стоит? 402-го. 2-го? У него нижний, да, по-моему, клапана? Нет, уже верхний. А уже нижний до 400-го. Ага, то есть родной это как раз нижние были. Короче, кружочек дали. Если снимаешь, то еще расскажи про историю с черной кошкой. Сейчас. Еще пока начала не было, это ставка будет. А куда потом? Сейчас приедем, движочек посмотрим. Так, отдельно все поподробнее. Ну, тут видишь, он еще на колхозе прибор заменили за столько лет. Поставили от силы. Я думаю, забил. Это все же родное? Это не родное, вот родное, а это уже одно. А это откуда? От села. От села? А, я смотрю, что-то родное, блин, вернее. Ну, хрен, зато по-русски все. Хрен с ним, с движком, они, в принципе, все москвичи, москвичи, а вот это вот, конечно, раздражает. Ну, надо искать. Да как, ну, видишь, только все порезали. Зато торпед целая, ё-моё. Железяка. Всем привет, всем здрасте. Как-то я снимал пару видео. Наверное, кто смотрит мой канал, их видели. Называется «Наш ретро-двор». Походу, сегодня у нас продолжение, третья часть. Есть у меня давнишний знакомый Андрей. Тот занимается как раз, наверное, даже не реставрацией, а спасением старых автомобилей. Вот, тема сейчас довольно широкая, популярная, но это, конечно, не для всех, потому что он и накладно, вот, но вот человек этим занимается. Значит, у нас сегодня, ну, давайте покороче даже буду. Он мне позвонил, говорит, вчера пригнал, привез, вернее, москвича, это 400-й. Ага. Кривой стартер, помощник водителя. Вот. Говорит, сегодня перегоняю, ищу сейчас гараж, место для стоянки. Вот. Говорит, сейчас вот пока. Ну, в общем, мы с ним встретились. Я камеру прихватил. Думаю, пока все вот по-живому надо снять. Значит, по машине. Это легендарная тачка. Именно она. Вот эта вот машинка, этот москвич. В конце 40-х, а точнее в 49-м, участвовала в поимке банды «Черная кошка».
Да, это оригинал. Все как было. Перекрас, конечно, был другой. Здесь было написано «милиция». Это будет стоять на заставке. То есть фото оригинальной этой машины 49-го года. Ну что, поближе? Аккумулятор сдох. Так, ну здесь там прокатились, это будет попозже, как мы тут перегоняли по городу. Ну что, был, конечно, кое-какой ремонтик, в основном без крупных аварий. Это не родное, это родное. Ну, конечно, это уже... Аккумулятор привезти надо, и все будет нормально. Так, запасочки нету. Вообще-то она есть. Кузов довольно целый, без огрехов, хотя так кое-где. Стеклышко, видать, давным-давно уже сперли. Ну что, движок глянуть? Аккумулятор привезти, да и все. Так. Движок 402. Или 403. Или 403. Ну, тоже уже, ну. Сюда приехали, рабочий. Что ты еще добавишь? Конечно, все это надо смотреть, делать, копаться, добавлять чего нет. Но вот хозяин хочет ее довести до реставрационного вида. Да, ЗМА. МЗМА. Московский завод малолитражных автомобилей. В данном случае. Ну да, завод малолитражных автомобилей. Ну, думаю, что будет интересно проследить историю этой тачки. Вот. Будет возможность проследим. Значит, хочет он ее перекрасить, как она была, в родной цвет. Довести до приличного состояния, по комплектовке. Вот. Ну, это будет позже. Машина буквально только вот так смотрится со стороны. Шикарно. Довольно свеженький. Поставлю на зарядку его. К ней сюда? Да. Ага. Мало завод добавить. На этой машине служил дед вот этого хозяина. То есть внук унаследовал этого москвича. Да, есть что-то в этих машинах старых с той эпохи. Ну, это несомненно. То есть они просто, как машина времени, перенесли дух той эпохи. А вот когда сидишь там в салоне, прям это чувствуется. Прям. Так что вот такое сегодня видео по москвичу 400. 400-й москвич. О, до кучи. Ну-ка, давай-ка, запиперь. Броня крепка. И танки наши быстрые.
гармонию. А это откуда? Твоя, что ли? А, на сохранении была. Вот это вещь. Броня крепкая и танки нас. Да, все в тему, ё-моё. Так, ну ладно. Всем до свидания. Ждем продолжения по возможности. Конечно же, все сниму. Всем пока-пока. 17 марта 2019 года. Вон слева. Слева, да, фотографии деда? Да, это его напарник. И вот они тут вдвоем. Это когда ты здесь вот разбирал, да, обшивку? Да, вот она вот там вот валялась. Блин, нифига себе. Машина прошла сколько? 50? Больше 50 лет. Больше 50 лет, блин. И вот они вдвоем вот на этой машине служили в милиции. И ловили черную кошку в Москве. 49-й где-то, конец. Машина сама 48-го. Сама машина 47-го. 400-й. Ну, это первые там как раз пошли вот эти. Угу. Да, классно. Вот история, так история. Бежит вообще. Ага.